человека. Аэрошоссе кишит гетами. Агент безопасности. Мы уходим. Могу поверить, что многие здания простояли здесь более 50 тысяч лет. Они задумали. Тупость какая-то. Что им могло здесь понадобиться? Thank you.
Черт! Ой! Извините, я думала, это Гетты или Варены. Кто вы и что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль Геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уходим отсюда, как только узнаем, что задумали Гетты. Гетты — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришел сюда разобраться с Геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Трианина. Что еще за хрен? Это местная форма жизни. Экзогени занималась ее изучением. Что еще вы мне скажете? Вы знаете, где искать этого Трианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют Гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда, пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля Геттов. Я заметила, что Гетты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогене. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Она сейчас с другими людьми из колонии, пока ей ничего не угрожает. Она жива? Слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Оставайтесь здесь, я расчищу путь. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам.
чертов виртуал! Дай доступ к зашифрованным файлам. Нет. Дался мне твой идиотский протокол. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чертова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвертого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Корпорация «Экзогени» напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйнам. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйнам. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйнам? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне все, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин — это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в Экзогене знали о том, что люди заражены? Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Теперь понятно, почему они вели себя как уроды. Вы должны связаться с Джокером. Джокер! Вызываю Джокера! Черт! Поле блокирует сигнал. Нужно отключить поле и вернуться в Надежду Джу. ВИ, расскажи, что ты знаешь о корабле Геттов и о поле, которое он генерирует? У меня ограниченные данные по Геттам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Нам нужно найти этот корабль. Выдвигаемся. Перехожу в режим ожидания.
не слишком-то аккуратно одеты паркуются. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Как бы их расхреначить? Давайте проверим остальные. Уж где-нибудь эти уроды облажались. Здесь очень спокойно. Как думаете, неужели геты использовали это помещение в качестве храма? А то мне покласть. Покласть я хотел на гетские обычаи.
Эта опора такая же. Нам нужно продолжать поиски. Превосходно, капитан. Поле сейчас отключится. Теперь нам надо разобраться с Тарианином. Отработка по мне. Сначала гетов покрошили, теперь землетрясение устроили. Не теряйте бдительности. Внутри базы могут находиться еще геты. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то.
С минуты на минуту сюда заявятся геты. Держимся вместе и выходим одной командой. Вот и вы! Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Трианине. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Трианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Где Трианин? Трианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем как раз перед нападением гетов. Но почему геты ищут Трианина? Зачем он Сарену? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Пожалуйста, помогите нам.
Это моя мама! Остановите! Остановите машину! Ты не сделаешь этого, Джон. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что Гетты вас прикончат. В базе данных Экзогени я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что случилось на Акузе. Это не должно повториться здесь. Можно договориться. Никто не должен пострадать. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогени хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Тарианин. Уникальное существо Ферреса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите, но никто не хватится пары другой колонистов. Вы зашли слишком далеко. Пора кончать с этим. Ну, раз так, делайте, что хотите. Будто у нас и так недостаточно проблем. Теперь мы будем стрелять друг друга в спину. Это моя вина. Я знала, что происходит, но не смогла помешать. Не начинай. Ты прекрасно знаешь, что хорошо делаешь свое дело. Так что же, дорогой капитан? Мне нужно выяснить, почему Гетты охотятся на Тарианина. Колонисты не подпустят вас к Тарианину. Они пойдут за него на смерть. Он их контролирует. И что я должен с этим поделать? Должен быть какой-то иной способ. Он есть. Для нейтрализации колонистов можно использовать нервно-паралитический газ. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инсектицид, который содержит тетрахлопин, ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Я бы вставил капсулу в оглушающую гранату. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Мы останемся здесь, пока вы не расч... Они выжили там. Они легко справятся.
да. Для них не состав... Может попросить их о помощи? Я надеялся, что вы найдете время поговорить со мной. У меня небольшая проблема. Что вам нужно? Ну, мне нужно получить кое-какие данные. Вы быстро управитесь, а я хорошо заплачу. Сейчас действительно не время. Ну хорошо. Просто помните, что можете заработать немного денег. Это было за существо. Это точно не человек. Колонистов не трогать, даже если Тарианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Хорошо, капитан. Идем. Ha ha ha!
передвинуть одну из секций. Сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду! Ну ладно, нам нужно найти это существо и определить, что оно... Что оно? Такого в руководствах не писали. Ни разу в жизни я не видел такого растения. Похоже, у нас проблемы. Thank you.
стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Тарианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты что-то дал Сарену, то, что я ищу. Сарен искал знания древних. Старый корень прислушался к созданию из плоти впервые за долгий период. Был проведен обмен. Затем холодные стали убивать созданий из плоти. Тех, кто должен был стать основой следующего периода. Тех, кто достался мне по праву. Старый корень видит вокруг тебя воздух лжи. Он больше не слушает. Я не позволю тебе держать людей в рабстве. Отпусти их. Немедленно. Тарианин больше не слушает вечно спешащих. Ваша жизнь коротка, но продолжается слишком долго. Твоя кровь породит новый разрыв. Thank you.
Я свободна! Я свободна! Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Все в порядке? Вы ранены? Все хорошо. Или будет хорошо. Со временем. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сареном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Сарен. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Сарен умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы утверждаете, что Сарен может контролировать сознание? Бенезия недооценила Сарена, как и я. В конце концов, мы поверили его планам. Сила его убеждения поражает. Она попыталась манипулировать Сараном, но план не сработал. Матриархи Азари – одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них могла попасть под влияние Сарена? У Сарена есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Властелин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарена. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели. Но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Тарианином, узнать его секреты. Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Тарианином. Сарен, не задумываясь, предает своих. И Тарианина он тоже быстро предал. Получив то, что хотел, он приказал гетам уничтожить его и все следы его существования. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал гетам атаковать Тарианина, чтобы вы не получили шифр. Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания Протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как Протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Тарианин существовал здесь задолго до того, как Протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Значит, Тарианин научил Сарена думать по-протеански? Как? Шифр — это сама суть существования Протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с Тарианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить, оно просто существует. Мне нужно это знание, чтобы остановить Сарена. Способ есть. Я могу перенести знания из моего сознания в ваше, как проделала это с Сареном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку.
Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо — это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность. Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарену. Память поколений Протеан теперь принадлежит вам. Как вы? Что это было? Я видел что-то, но я до сих пор не могу понять смысл. Вы получили ценный дар, опыт целого народа. Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Проводим вас на корабль, капитан. Нужно показать вас доктору. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Расскажите мне о корабле Сарена. Властелин — необычный корабль. Я не знаю, как он был построен и откуда он взялся. Его конструкция не соответствует ни одному типу существующих ныне кораблей. По сравнению с ним, любые корабли Цитадели или Альянса — просто карлики. Его орудия обладают огромной разрушительной силой. Его броня непробиваема. С таким кораблем Сарена не остановить. Вы сказали, что Сарен воздействует на разум живых существ. Властелин обладает силой внушения. Постепенно кажется, что корабль притягивает к себе. Благодаря ему аргументы Сарена становятся убедительными и неопровержимыми. Проведете много времени на Властелине и потеряете себя. Я не могу объяснить это иначе. Я хочу узнать больше о Бенезии. Среди нашего народа Бенезию очень уважали. Она искусный биотик, даже для Азари. Ее повсюду знали как учителя философии и религии. Она всегда стремилась к миру и гармонии. Она вошла в союз с Сареном, потому что надеялась увлечь его с пути разрушения. Вместо этого она стала одним из самых влиятельных его союзников. Как я уже сказала, матриарх Бенезия недооценила Сарена. Не повторяйте той же ошибки. Теперь, когда вы свободны от Тарианина, что вы будете делать? Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Колонистам действительно требуется помощь. Они будут рады видеть вас на своей стороне. Спасибо, капитан. Пусть благоволит вам удача. Вы справились. Тарианин уничтожен, и мы можем приступить к восстановлению колонии. И Экзогени нам больше не угрожает. Мы снова просто колония на далекой планете. Спасибо вам, дорогой капитан. Я сделаю все возможное, чтобы помочь колонии в эти трудные времена. Мне жаль, что я причиняла вред этим людям. Прощайте, Шелла. Прощайте, капитан. Желаю удачи в ваших поисках.
Вы в порядке, капитан? У вас бледный вид. Все, шифр, будь он проклят. Это Азари вас совсем запутало. И ради чего? Где найти этот дурацкий канал, мы так и не знаем. Черт. Она сказала, что должно пройти какое-то время. Шифр был мне нужен. И он приведет нас к каналу. Просто я пока не знаю, как. Но у нас осталась еще одна наводка, капитан. Та ученая Азари в скоплении Тао Артемиды. Дочь матриарха. Она специалист по протеанам. Вдруг она что-нибудь знает? Не волнуйтесь. Скоро мы ею займемся. Экипаж, все свободны. Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Тарианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Тарианину нравилось порабощать разумы. Всякий, кто стал бы его изучать, в конце концов оказался бы его рабом. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Ну, разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. То, что я человек, здесь ни при чем. Колонии требовалась помощь. Восхитительно. Но порой спектрам приходится идти на жертвы. Надеюсь, вы будете готовы к этому, когда придет время. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта. Да, капитан. Так держать, Пресли. Да, сэр. Срочное сообщение от командования Альянса. Включаю. Шепард, это адмирал Хекет из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Что именно вам нужно, адмирал? Проблема возникла на учебном полигоне Альянса, где мы проводим учения и тестируем новое оружие и технологии. Один из компьютеров, которые мы используем для симуляции тактики противника, перестал выполнять команды. Он не поддается контролю. Вы хотите мне сказать, что этот компьютер научился мыслить самостоятельно? Мы не идиоты, Шепард. Это виртуальный интеллект, а не настоящий ИИ. Он не осознает себя как личность, и у него нет доступа к внешним системам. Мы не делали ничего незаконного. Поддержка виртуального интеллекта очень важна для успешных военных действий. Он обрабатывает тысячи рапортов и реагирует в течение нескольких наносекунд. Люди на это не способны. Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон к ядру ВИ и отключили его вручную. Отключить его дистанционно вы не можете? Безаварийные системы не отвечают. ВИ действует в закрытой сети. Он не может повлиять на внешние системы, но прямого доступа к его процессам у нас нет. Мы могли бы сбросить бомбы с орбиты, но тогда урон всему комплексу будет катастрофическим. К
Кто-то должен отключить ядро, и мы бы хотели, чтобы это были вы. Я знаю, что спектры отчитываются перед Советом, но вы все еще человек и состоите в армии Альянса. Сейчас вы нужны нам. ВИИ контролирует все оружие, всех дронов и автоматизированные системы защиты. Шепард, только вы можете справиться с этим заданием. Удачи! Капитан, я получаю сигнал с поверхности планеты. Похоже на автоматический маяк бедствия. Видимо, их привлек маяк бедствия. Похоже, они служили под началом адмирала Кахоку. Он захочет узнать, что тут произошло.
Поступило сообщение. Соединяю. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. У меня есть работа для вас. Подробности расскажу при встрече. Это незащищенный канал. Если вас интересует мое предложение, давайте встретимся на Цитадели, чтобы обсудить все лично. Я буду ждать вас в посольском зале Президиума. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Не сейчас, Шепард!